Черепаха Биса не самая крупная из морских черепах, но и она достигает в длину почти метр и весит 80 килограммов. У взрослой особи практически нет врагов. Питается биса водорослями, моллюсками, рыбой и крабами. Челюсть у нее подобна мощному клюву, который способен расколоть даже крупную раковину. Откладывать яйца биса выходит на берег, и, что интересно, в то же место, где когда-то родилась сама. Дружба с рыбами-хирургами основана на обмене услугами. Одним питание, другой гигиеническая процедура.